спустя почти полтора года жизни в Нью-Йорке, практически не выезжая из этого сумасшедшего безумного города, первый раз я приехал на кемпинг. Настоящий американский кемпинг. Это вот въезд сам в лагерь. Сейчас я вам немножечко покажу, что здесь находится. И вы удивитесь, насколько это круто, красиво и здорово. И сколько всяких приколюх здесь придумали американцы, чтобы вот так приехать можно было и отдохнуть одному или всей семьей. Вот, значит, смотрите, это я, время 6 утра, второе утро, значит, сам въезд с дороги. Лагерь называется как-то вот там, что-то вот по-английски, в общем. Я оставлю ссылочку, можете потом посмотреть, сколько это стоит, где это находится. В общем, тут разные всякие цены на палатки, на домики, либо на трейлеры. И здесь расположен пруд. Ну, пруд, если честно, такой, знаете, не очень, конечно, чистый, все такой заболоченный. Но, тем не менее, здесь водится рыба и... Ребята вчера приходили с удочками и, значит, рыбачили. Но американская рыбалка очень суровая, они ловят и отпускают. Ловят и отпускают. То есть сам прикол, именно, знаете, испытать удачу, пободаться с рыбой, пока она там сопротивляется. Вот, уточки уже проснулись. Люди не стремаются, здесь вот есть два, как это назвать, катамарана, что ли, да, две лодочки с педалями. То есть за отдельную плату вот можно плавать по этому болоту, ну прям болоту, да, потому что там вот на той стороне, если вы заметили, там вот камыш даже есть, вот, и уже непосредственно покормить уточек с лодки. Много корма остается, о, я же говорю, вот видите, такой вот корм для уток. Вот такой динозавр здесь представлен, кайфовый. В общем, задумка его была в том, что кидаешь монетку, нажимаешь кнопку, и по системе всяких трубочек и бла-бла-бла, в общем, он опускается, набирает воды, и потом ее выплескивает, такой вот фонтан. Вот. Но не знаю, либо он не доделан, либо он что-то на ремонте, либо уже все ему, каюк. Но идея такая, знаете, брутальная, прикольная. Я такого еще не встречал, вот там все эти трубочки и так далее. В шашки вчера играли, вообще круто. Я, конечно, предлагал в Чапаева поиграть, это было бы более круто, но все равно поиграли в шашки, в поддавки потом поиграли. В общем, вспомнили молодость, вспомнили, как это все играется и так далее. Есть батут. Днем и ночью вот так вот он включен, работает, никого нет, видите, все как бы на честном слое можно зайти. О, белка побежала, смотрите, видите, туда много белок, бурундуков. Вот, в общем, можно вот так вот, знаете, сколько мне, 2 дня назад 38 исполнилось. Написано нельзя, но мы, как говорится, мы же русские, давайте с вами попробуем на батутике скатиться по горочке. Пока никого нет, здесь и так никого нет. Класс. Все, и сваливаем отсюда. Тындры-ты-ты-ты-тын. Все, значит, и выходим дальше вам на обзорчик. С левой стороны большое поле. Там вот есть лужайка для собак. И чтобы они писали, там вдалеке поставлен унитаз и гидрант. Белки бегают, в общем, непуганные. Тут вот ралли проходит на этих гольф-карах. И тут мультики показывают проектор. Вот, но мы вчера не пошли, показывали зверопой. Вот, все мы его видели. И от нашего лагеря, ну, далековато идти, уже как бы устали, тоже реально весь день ходили, гуляли, все тут смотрели, тут столько всего. Реально, приехать тут просто на один день, не успеете ничего. И
И вот тут вот кофе. Знаете, такие клетчатые вот эти рубашки деревенские, в общем. А еще там продают пакетики. Нет, не с травой. Пакетики с грунтом. И в него вкладывают различные камешки. Типа, и можно вот здесь вот это все дело процедить. Процедить песок и получить какие-то вот драгоценные камни. Мы вчера, пока пили, значит, чай, кофе, какао, несколько я здесь камешков нашел. Но вот такую бумажку я не видел, потому что мы не покупали. Тоже мы же хитрожопые русские. Я просто подошел, смотрю, говорю: о, доча, давай процедим. Здесь, в общем, такая тема есть. Вот она. Все как по-настоящему. Не знаю, получится ли у меня это одной рукой сделать. Давайте попробуем. Здесь вот был грунт. Я не знаю, процеженный он или нет. Если... ну, походу, да, ничего нет. Давайте вывалим. Я, в общем, по-хитрому вчера подошел вот так вот. Я понимаю, что, скорее всего, вот здесь никто не греб. Потому что люди обычно подходят, да, и смотрят с самого начала. Ага, вот процежено. Ну вот, и можно, наверное, что-нибудь... вот здесь вот взять. И из-под самых укромных уголочков. Давайте попробуем найти какой-то камень, как вы думаете. Получится или нет? Я на самом деле вчера много уже просто высадил. Может уже и нет. Если только новые не появились. И лоточком работаете, как настоящий золотоискатель. Вот так вот, тудым-тудым-тудым. И вот что-то можно... было найти. Так, тут пока ничего нет. Давайте попробуем еще на выходе тогда. Здесь что-нибудь должно оставаться. Попробуем испытать удачу. Что же еще здесь у нас осталось? Весь мокрый, тороплюсь. Брызги летят. Что делать? Вода уже мутная, тут намутил. Так, давайте процеживаем. Неужели? Блин, надо было снимать вчера. Вот есть очень мелкий. Вот я нашел, но он очень маленький. То есть вчера я находил здесь немного камней больше различные. Сейчас мы посмотрим, как он называется. Да, такие как стеклышки. Я даже думал, может, это они стекла кладут. Так, давайте посмотрим, что мы нашли. Как он вообще называется. Это, наверное, какой-нибудь бум-бум. Да? Или вот этот. Или, может, аметист даже какой-то. Ну, в общем, тут классный. Я бы вообще кристалл хотел найти. Оникс. Прикольная штука. Реально такое развлечение. Я вот на эту приколюху прям вообще запал. Еще здесь в аренду дают гольф-кары. Ребята, кто приезжает сюда и на месяц, и на все лето. Вот арендуешь себе, значит, вот такой аппарат. Ну или да, можно, я так понимаю, купить его за такую сумму. Значит, и все. И ездит уже вот непосредственно по вот этому всему объекту на гольф-каре. Там, значит, находится бассейн. Вчера ходили в бассейн. Вот. Но не ждите здесь от него, если вдруг приедете вы слишком много, потому что бассейн такой, знаете, больше чисто так детям поиграться, охладиться, потусить. Вчера какие-то игры они тут искали, номера различные в воде. Ну, в общем, есть чем заняться, поприкалываться. Вот работает с 9 до 8, а так все, видите, закрывается, все четко, красиво. В общем, за этим, за всем следят. Здесь игровые зоны находятся. Можно, знаете, там вот этот аэрохоккей. Короче, всякие-всякие приколюхи. Там есть душ. И вот здесь готовят очень вкусные завтраки. Там яйцо, бекон, сосиски. И все, и вы вот уже начинаете заходить на сам кемпинг. Посмотрите, какие крутые дома, вообще аппараты. Блин, я такое... видел только в американских фильмах. Смотрите, какой офигенный. Просто как космический корабль. С этой стороны огромнейший дом. Не знаю, как моя трешка, наверное, в Комсомольске, которая осталась, да, все это выдвигается, все подключается. Видите, там даже веранда пристроена сбоку. То есть, скорее всего, они тут уже долго. Что даже вот с верандой.
И все, и вот их и там вот, видите, вдалеке, а здесь поближе, то есть очень-очень много всего. И есть вот такие вот еще украшения. А, вот видно, там газ, канализация, электричество, водопровод. То есть это не просто какой-то дом в лесу, где вы будете ходить там в колодец или на колонку, да. Здесь все подключено. Солнечные батареи еще есть, но здесь, видите, какой тенек от деревьев. Прекрасный хвойный лес. Я когда сюда ехал, я смотрел в Google картах, куда мы едем, и вообще ничего не видно было. Вот совершенно ничего не видно, потому что густой очень лес. Я думаю, ё-моё, а где тут вообще эти домики? Ощущение, что мы едем просто в никуда, и там ничего нет. Вот, то есть да, даже со спутника не пробивается это все. Вот, отсюда приехали. Офигеть, сколько здесь вообще трейлеров, сколько людей здесь отдыхает, да, сколько американцев. Мы вот единственный русскоговорящий, кто здесь есть. Вчера вот весь день гуляли, никого даже не встретили. Вот, на каждом. Американские флаги, вообще американцы очень любят свой флаг, везде его, везде. А вот это Lexus мне вчера вообще понравился. У него откидывается вверх, и такой получается, да, кабриолет вообще. Погонять на таком очень круто. Да тут все круто. Я уже все, уже не могу, хочу себе вот такой дом. Надоело жить в доме, в квартире. Вот хочу дом на колесах, такой трейлер. Все, детские площадки. Здесь три крутые детские площадки. Вот это такая, я так понимаю, была самая первая у них, самая обычная. Потому что я думаю, что они расширялись. То есть свою территорию. Вначале была вот эта вот часть, потом вот эту. Они сделали там дальше, они обустраивают тоже. Копают новый пруд, делают новые речки, водопады. В общем, все вот это вот расширяются до сих пор. Написано было на карте вот этой, что это кемпинг. Ребята уже в третьем поколении, не всем этим занимаются. Вот, смотрите, видите, верандочка приделана. И вот сам дом на колесах. То есть настолько круто, реально там. Офигеть. Кто это? Заяц? Представляете, как зайцы сидят до последнего. Только отвернулся, и он шмыганул. Волейбольная площадка. Вот уже крутая детская площадка. Понимаю, что вот они ее затем сделали. Видите, офигенная детская. Блин, у меня вот в Комсомольске никогда таких площадок не сделают. Очень кайфово детям играть. Там дальше баскетбольная площадка. В общем, вообще круто. Дикий виноград на столбе. Вот он. Спеет, зелененький еще. Никого еще нет, все спят реально. А вечером столько людей, все на велосипедах, на вот этих гольф-карах гоняют. Собаки тут. И знаете, все равно тихо. Вот, ну, просто представить, сколько здесь людей, и все равно тихо. Даже вот, ну, никто, знаете, музыку не включит. Вот это вот все. Все друг друга уважают. Там, good morning, вот это вот все. Вот на корвете приехали тоже, смотрите, как круто. Тоже дом с верандой. То есть, ну, прям все круто. Это вот просто такой, да, прицеп. Не знаю, и туда хочется вам пойти показать, и сюда. Давайте пойдем, пройдемся сюда. И здесь стоят предупреждающие знаки, то есть никто не гоняет. Здесь все, так знаете, спокойно, чинно, аккуратно. Есть определенные еще правила, например, нельзя ничего ломать. То есть, да, если ветка лежит на полу, ее можно взять на полу, на земле. А и ломать нам никакие ветки, листья, в общем, ничего такого нельзя. Там штраф за каждую там... Вот такой кусочек $10, да, то есть если дерево сломал, то они посчитают, сколько оно в длину, в своих там инчах и так далее, и выставят вам счет. Хотя вчера наши соседи приехали, и пацан там стал ломать дерево. Я заснял камеру, на всякий случай, вот, и потом предупредили их, что так делать нельзя там.
А дядя Максим, в общем, наругал его, все нормально, все. Успокоили пацана. А так он что-то, конечно, немножко попутал. Всякие прикольные инсталляции, да? Осторожно, гномы, там вот сидит в колодце, тут целая семья гномов, знаете, все так круто. Но ведь их нету, то есть... Скорее всего, они выкупают, как дача используется, да, выкупают себе место уже, все это их место, и они сюда там каждый год, например, приезжают. Потому что вчера тоже детей встречали, моя дочь с ними разговаривала, они вот прям на сезон приехали на лето, кайфуют сюда. О, а здесь вообще еще никого нет, видите, хотя вот место с именем, видите, все именное, но... Еще не приехали, или уже, может быть, уехали сейчас в середину лета, но середина лета по российским стандартам, а по американским так-то еще только начало. Вот, и это вот зона трейлеров, затем идет зона палаточек и домиков. Так вот здесь все разведено, вот видите. Все, они на гольф-карах вот этих вот гоняют, чтобы не ездить на своей машине. Большой бензиновый, да, они вот в магазин куда-то съездить, там вот это вот кино посмотреть, там тусь-бусь. Да, вот в этом магазине, кстати, есть все, и сосиски можно взять, да, там что-то. В общем, не обязательно куда-то ехать в большой магаз, можно вот по-хорошему и там затариться. Но мы вчера съездили в Walmart. Блин, офигеть, обожаю Walmart, это просто что-то невероятное. Офигенный огромный магазин, да, где можно купить все от чипсины до оружия. О, белочки только пугают с утра. Все кусты, что делятся, бурундучки, белки, зайчики. Куда-то убежала, даже не видно ее. Вот. А это вот уже, видите, не прицеп, а как автобус идет. Офигеть, здоровый тоже все. Выдвигается, все подключается. И целая трехкомнатная квартира на колесах. Воздух здесь вообще непередаваемый. Как вот у меня на родине, да, есть такое место, Амут. Там вот приезжаешь, вот этот хвойный лес, просто делаешь вдох. Еще вдох, и все, это как будто бы пьяный реально. Настолько чистый, вкусный, кайфовый воздух. И вот здесь вот точно так же все вот. Очень вкусно, безумно пахнет. Только русские проснулись, походу, вообще. Смотрите, все американцы спят. Даже никто нам и не встретился. Как будто бы все вымерли. Офигеть. Вот соседи наши приехали вчера. Вот по палаточку поставили тоже. А так уже вот заканчивается зона трейлеров. И там уже вот начинается... Зона домиков. Вот наш домик там в лесу торчит. Сейчас пойдем искупаемся на речку и уже поедем. Нам много дел сегодня предстоит, поэтому, конечно, хочется здесь задержаться подольше, но не можем. Вот соседка проснулась, разожгла костер. И вот гольф-кар едет с лялькой, видите, как удобно сел, все, и покатил. Классно. Здесь, видите, уже жизнь немножечко проснулась, а то там ходили, да, с вами, сколько прошли, все люди спят. Вот палаточки, домики такие вот маленькие есть, разные дома, побольше, поменьше, ну, у нас вот... Кто-то там качается на качельке. Зубы чистит Наталья. Наталья! Good morning! А где Максим? А? Где Максим? Там, в домике. В домике? Пять минут. Пять минут, сейчас. Пять минут. О, все уже проснулись. Дочь тоже проснулась.
есть вот этот не сдан, получается, вот этот тоже не сдан. То есть места есть, хотя вот сейчас, говорю, самый разгар сезона. Но здесь столько их, что вот, конечно, всем хватит, приезжайте. А здесь вот речка, кстати, протекает речка. Не сильно, больше такой, знаете, ручеек, но и в нем есть ямы такие прям кайфовые, глубокие. Можно покупаться, и мы сейчас вот этим и займемся. Сходим на речку, купнемся, разожгем костер, прибежим, будем у костра греться. В общем, такая вот полезная утренняя процедура купания в реке. Вот под палаточку, видите, как все делают. Осыпают щепой, чтобы было мягко. Вот она щепа. Значит, а здесь уже непосредственно, да, кострище, ну и зона уже для машины и так далее. Все здесь так не тронуто, вот шишки, мох, в общем, знаете, сколько здесь людей бывает, и все равно вот такая вот остается нетронутая крутая природа, прям кайфы. Вот, значит, сама эта речушка, небольшое течение здесь такое, но вот она чистая, рыба даже плавает, все видно. Такие скальные породы, холмы здесь. Почему на ту сторону вчера вот переходили? Вообще офигенно. Знаете, тебе прям радуешься, реально как ребенок. В домиках единственный минус — это вот нет воды. То есть, да, за водой вам нужно будет куда-то ездить или ходить, да, набирать ее. Вот. А так там и кондиционер есть. И свет, и все, в общем, розетки, качелька, все как бы в этом плане все окей. Реально настраиваешь комфортную температуру и всю ночь спишь, кайфуешь. Вот. И туалет. Туалеты, ну, их много. Вот один из них туалет. Там дети. Ну, давайте покажу. Просто я вчера офигел, какие здесь, он открыт будет. Какие крутые туалеты здесь в лесу. Вот, чтобы вы понимали, даже в каком-то там в торговом центре нет таких туалетов, как здесь. Настолько он чистый, вкусно пахнет. В общем, вот это новая зона. Вот, они ее обстраивают еще. Как бы здесь такое. Вот, площадочку тоже делают. Там все роют. Вот опять заяц какой-то прыгнул. В общем, вот туалет. Душевые тоже крутые. Вчера вот после бассейна ходили в душ. Все автоматически. Свет включается сам. Сам выключается. Вода тоже. В этом плане, конечно, все ништяк. Вот туалеты тоже. Писсуар. Там сам туалет, вода холодная, горячая, все проветривается, вентиляция. Все, знаете, так чисто, цивильно. А это место для курения. Вот туда вот окурочки. Но я вот за 2 дня вообще не видел ни разу, чтобы кто-то, значит, курил здесь. Вообще никто не курит. Вот, ну, серьезно, вот не видел ни чтобы пили, ни чтобы курили, никакой музыки. В общем, такая вот прикольная здесь атмосфера. Хотя, казалось бы, да, все рядом, и никто друг другу не мешает. Вот эта американская культура очень сильно мне нравится, подкупает, знаете. Я как вспомню там Россию или мексиканцев здесь, которые... Каждый мексиканец всегда включает свою музыку. Здесь такого нет, здесь все вот по соседству, но очень дружно и потихонечку живут. Я даже полушепотом разговариваю, знаете, чтобы никого тоже не разбудить. Уважаю чужой сон и отдых.
Так и что, значит, мы уезжаем. Наташа сейчас будет тушить костер. Давай, Наташ, покажи. Да. Покажи, как это нужно сделать. Да, собрали, в общем, все вещи, полная машина. А там дрова оставляем? Дрова, да, мы оставляем. Или ты с собой хочешь взять? Три полена. Ну, можно соседям отдать. Обзор дома. Значит, вот лавочка такая есть около кострища. Тут мангальчик небольшой. Качелька очень кайфовая. Вчера не мог с нее даже слезть. Такая она классная. В день уже выезда сегодня утром узнали, что, оказывается, у нас была вода. Дверь. Понравилась дверь. Ручка поднимает засов. Смотрите, какая прикольная здесь система затвора вообще. Вот, значит, в самом домике есть телек, микроволновка, холодос с морозильной камерой, небольшой столик, занавесочки. Смотрите, тоже система как классно работает, открывание окон. Значит, на люстре, как в Америке, вентилятор, двухъярусная кроватка, одна большая кровать, лавочка, метелочка. Мусорка, зеркало. Тоже здесь еще одно окошко и кондиционер, что немаловажно. Также все открывается, вентилируется, розеточки, короче, все здесь чин-почину, все вообще классно. Очень-очень удобно. Ну и, собственно говоря, мы тут ничего не делали, только вот спали и все остальное время проводили на улице, на всяких развлекушечках. Вот такой вот мини обзор дома. Это самый дешевый дом. Представляете, что здесь в самом, ну, самом, да, дорогом. Вот это просто самые дешевые апартаменты, которые здесь есть. Вполне себе неплохо, мне кажется. Так что все. Давайте, подписывайтесь на канал, жмите пальчики вверх. Все, до новых встреч. А мы погнали домой. Еще надо заехать там в детский лагерь, в магазин, короче, куча дел. Все, давайте. Вот, так и что, значит, мы сейчас находимся в магазине вот в этом. Наташа наливает себе кофе. И мне тоже, Зай, налей, тебе, пожалуйста. Тоже? Ну, конечно, что ж. Каждый занят своим делом. Отлично. Вот, все тут самое главное, видите. Туалетная бумага, шнуры, игры всякие разные для детей, для взрослых. Солнечные очки, купалки и вот всякие штуки непосредственно с лейблом этого места. Футболки. Вот я говорил про вот эти вот такие деревенские, знаете, рубашки, майки. Вот грунт с камешками. А, вот. Вот они, да, можно посмотреть. Тут различные карты тоже. Вкусняшки. Блохастая собака. Мороженое. Самое главное, это мороженое. Вот такую хочу. Вот американское мороженое. Все здесь самое, смотрите, самое вкусное. Вот это тоже вкусное мороженое. Вот это самое офигенное тоже. Ну, это вот для детей, которые ведутся на упаковку. Так. Ты с чем не делаешь? Вчера. Как вчера? Вчера вкусно было. Капучино. Бекон, кофе. Молочко, масло у них вот в таких, как это называется правильно, Даш? Не знаю, называется. В кусочках, да? Как вот такие, такое вот масло в Америке. Здесь для мытья, тела, души. Все, 5 туалетных бумага, ножи, сковородки, в общем, такой вот магазинчик. О, даже фенечки есть, смотри, Наташ. Денечки продаются за доллар. И вот кружку можно взять. Ну вот цена, конечно, у нее за металлическую 13 долларов. Это знак, это Starbucks, оно зелененький такой. А, похоже, да. А потом пригляделась. Да. Девочка на кассе. А вот для рыбалки, смотрите. Я думал, это настоящий, значит, это издалека видал. Смотри, как сардины, да? А что, не настоящий? Нет. Силиконовый все уже. Все, видишь.
черви, рыбки. Даже клеются моей жене. Спасибо. Сколько стоит? $2. Нормально. Как в Америке прям. Она посчитала тотал за все. Два. То есть доллар? Булочки. По доллару вообще по-божески.